Ну что, мои хорошие, всем большой привет. Попробую снимать, что у нас здесь происходит во время карантина. Надеюсь, что видео будут теплыми, уютными, как я люблю. И оставайтесь со мной. Поснимаю для вас немножко влоги, болталки, все, что вы любите. Так что будем на связи, будем вместе. Сегодня у нас обычный день. Сейчас покажу вам погоду. Уборку никто не отменял, а уборку даже рекомендовал сейчас нужно делать. Я хочу прям за это время перестирать все шторы, убрать террасы, чтобы все подготовить. Как раз будет время. Саша дома, поэтому будут слышны крики, визги, писки. Ну, теперь детки дома. Нужно адаптироваться. Итак, что же я делаю? Я меняю букеты. Очень люблю, когда дома стоят букеты, цветы живые. Я думаю, что вы все это знаете. Сейчас у нас нарциссы, поэтому садовые цветы не требуют много затрат для покупки. И смотрится это очень красиво. Так что, кое-какие из моих находок покажу вам обязательно. Сейчас будет сложно ездить за находками, магазины, блошиные рынки, все это закрыто, антикварные магазинчики будут еще, может быть, работать, посмотрим, но здесь очень красивые находки, и кое-что я хотела отреставрировать, у меня очень много шикарных украшений, которые требуют реставрации, вот, например, посмотрите, какая красивая вещь, так, совсем не видно, это бензиновое стекло, и вот здесь не хватает одного кристалла. Это как дресс-клип, зажим и брошь сразу идет. Очень красивая вещь. Вот нужно будет поискать такой кристалл. Много очень брошей, которые требуют небольшой реставрации. Наверное, вам может быть и неинтересно это смотреть, но я это все люблю. И также мои находки вам обязательно покажу в новинках, всю эту красоту. Сделаю отдельное видео для любителей красоты, но сегодня влог, поэтому не буду вас занимать этим. Вот, чего будет больше всего не хватать, мои хорошие, да, чего-чего. На улице гулять будет тепло. Хорошо, у нас сад, мы, конечно, пойдем в сад. Можно выехать в лес, где никого нет, куда мы постоянно ездим. Мы посмотрим. Вот. А завтра у нас воскресенье и выборы. Все французы пойдут на выборы. Конечно же, это будет рассадник вируса. Но французы не могут пропустить выборы, ответственные. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Оставайтесь со мной. К сожалению, многие детки проводит время за планшетом или игрой. Саше отведено несколько минут в день, не больше. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня воскресенье, готовлю завтрак себе, мальчишкам. И хочу сказать, что за вчерашний вечер все изменилось. У нас стадия третья. Закрывают все бары, кафе, рестораны. Детские сады, школы и так далее, учебные заведения уже были закрыты. В общем, остаются только супермаркеты, как в Италии, аптеки. Вот так. Я готовлю себе завтрак. 2 яйца, авокадо и сухарик с маслом и с сыром. Что хочу сказать. Все очень быстро меняется. Самое главное, поддерживайте свой иммунитет. И ни в коем случае не сидите ни на каких диетах, наоборот, ешьте более качественную, более плотную, более питательную пищу. Неважно, что если вы даже наберете несколько килограмм, пусть лучше толстый, но здоровый и выжить. Вот. Потому что, как мы знаем, что этот вирус забирает людей, у которых иммунитет очень слабый. Поэтому будьте осторожны, и, конечно, настроение не очень зарождается, узелок страха в животе. Хочется на улицу, хочется прогуляться, слава богу, у нас сад, слава богу, у дедушки, у тети сад. Сегодня выборы, я не понимаю их выбора, закрывают все, но на выборы люди идут. И французы такие иногда пофигисты, что, конечно, показали в Марселе, вчера все сидят в кафе, пьют, рука об руку, гуляют. То есть, ну,
береженого Бог бережет. Конечно, паниковать не стоит, но задуматься чуть-чуть, я думаю, что стоит. Смотрите, какая красота. Вот оно счастье. Гулять, ходить, путешествовать, ездить, улыбаться, кушать вкусную еду, делать то, что ты хочешь, свое хобби, работу. Но, к сожалению, на данный момент это невозможно. И все произошло очень быстро. Санька у меня строит баррикады. Баррикады. Вот такие они, возможно, нам пригодятся. Шучу. Девочки, милые, мы хорошие. Написала пост в Инстаграме. Некоторые давно знакомые так отреагировали, как будто я не имею права высказать свои чувства. Все пытаются сейчас как-то, не знаю, какая-то агрессия в людях появилась прям. Невозможно сказать, что ты волнуешься, что тебе страшно, что ты боишься. Всегда все нужно делать на позитиве. Но все люди разные страшные. И понимаете, просто нужно смотреть на ситуацию реально. Если вы можете защитить себя и свою семью, то почему не сделать это? Понимаете, что от нас, конечно, многое и зависит, и в то же время мы пешки, если честно сказать. Кого-то, возможно, это обидит, удивит, разозлит. Но, к сожалению, ситуация вышла из-под контроля, из-под нашего контроля. И как мы можем ее контролировать? Это просто-напросто, ну не знаю, любить свою семью, заботиться. Если, возможно, попросить мужа работать на дому, то попросить. Почему нет? Я вот прошу, чтобы он настоял у своего начальства. Если, возможно, я не знаю, посидеть несколько дней дома, недели, если нужно, то придется сидеть, как бы это тяжело не было. Вот. Но говорить, что все это неправда, что все это надумано, ну, есть же реальные данные, есть люди, итальянцы. У нас, например, мы общаемся с мэром нашей деревни. Он ставит фотографии, он рассказывает. Это же не просто так все. Есть врачи в реанимации. Да, возможно, кто-то запустил этот вирус, да, возможно, нас пугают и специально для чего-то. Но люди же гибнут. Поэтому то, что мы можем сделать, это, возможно, поделиться тем, что у вас на сердце. Если вам это не понравилось, просто закройте пост. И, честно скажу, в некоторых своих зрителях прям разочаровалась. Наверное, я вам дарю позитив очень часто, но хочется, чтобы и вы иногда меня поддержали. Я же человек, вот, я не просто какой-то робот, да? Я вижу эту ситуацию так, а вы видите по-другому. И дай Бог, чтобы все было хорошо. Муж приехал, говорит, в магазинах вообще ничего нет. Тарусит трове quelque chose? Интермарше? О, ла-ла. Закупил целую машину. Элавелемен? На улице поют птички. Мушоар, j'ai pris le truc de la vaisselle. А, ouais. Муж закупился. Туалетной бумаги нет. Картошку как раз и купили. Ого-го. В магазинах очереди и ничего нет. Нескольких был. Молодец. Запасы туалетной бумаги и платков всякого разного. И мне плевать, что думают про меня, что я паникер. Мне так спокойней. Мы закупились в магазины
я буду ходить по минимуму, пока ситуация не уладится. И вам того же. И да, пишут Европа, Италия, Франция, маленькая страна, много туристов и так далее. У нас в России ничего нет. Да дай бог, чтобы не было. Но что-то подсказывает мне, что в России, к сожалению, очень часто правительство многое-многое скрывает. И когда послушаешь, что всю правду-то не выдают. Так что береженого Бог бережет. А я вот сейчас разберу все продукты, и мы пойдем в сад, убирать сад. И на этом закончим, наверное, печальную тему. Буду показывать вам сад, но хочется просто на самом деле рассказать вот все как есть, быт. Как реагирую я, как реагируют французы. Я не хочу сказать, что эта реакция вот на самом деле правильная или нет, она просто наша. А тот, кто смотрит мой канал, наверное, ему в какой-то степени интересно, что у нас здесь происходит. Так что всем спасибо за поддержку. Да, мои хорошие, вчера министр здравоохранения объявил, что нужно быть осторожны с такими препаратами, как жаропонижающие. То есть вы можете принимать парацетамол, но все, что Адвиль и разные нурофены и так далее, они усугубляют все, как вам сказать, то есть от них протекание болезни еще сложнее, многие оказались в реанимации, так что будьте очень осторожны. И есть новые признаки болезни, не только кашель. Сказали, еще бывает, выявили понос и всякие другие. Так что не буду вас загружать, но все-таки вот с медикаментами будьте осторожны. А на улице, девчонки, красота. Просто красотища. Вот сейчас одену кроссовки и решили все-таки мы пообедать у дедушки. Смотрите, все цветет и радуется. Побежала. Всем отличного дня. Бабушкины закупки свекрови. Да. Ну что сказать, теперь мы, наверное, дней 15-20 не поедем в магазин.